Так болельщики встретили гол Артема Дзюбы. А это уже финальный свисток и начало ночных гуляний. Болельщики из Ирана, Испании и россияне устроили шоу на улицах Казани. В этот момент, похоже, ПДД можно и нарушить. Пешеходы идут не торопясь, а водители с удовольствием нажимают на клаксоны. После гуляний на фанфесте болельщики переместились на улицу Баумана. В эту ночь в центре города точно никто не спал. А это уже Невский проспект в Санкт-Петербурге. Праздничный хаос на проезжей части, эйфория в воздухе. Не пройти, не протолкнуться на Арбате в Москве. В руках у болельщиков флаги и телефоны, на устах только одно. Разговоры в сторону, эмоции берут вверх. Вместо интервью – кричалки. Поздравляю, Русия! Так страна отметила практически уже гарантированный выход россиян в 1/8 финала на Мундиале. Впервые за 32 года. Но и это, будем надеяться, не предел. Главное – верить в победу. А как мы умеем болеть, Россия уже продемонстрировала минувшей ночью. Слават Мадулин, ТНВ, Москва, Санкт-Петербург, Казань.